сколько машин стоит. Это все приехали в Салиолис, соседнее село, соседний дом. Да, Лена Степановна. Чего? Вот там чего машина. Там машин тоже кто-то ставил и ушел. Холодно. Чего, Лена Степановна? Вас не кормишь, что ли, дома? Не надо меня снимать, я говорю. Не надо вас снимать. О! Он друг мой приехал. Там главный. Привет! Привет. Самый главный. Ага. Да, ну надо же. Ну надо же. Ёлки-палки. Уйди. Ну чё? Так, время 6 часов, да? Так, люди стоят, ждут развязки. Люди стоят, ждут развязки, которая должна быть в 6 часов вечера, начало зажигания. Завязка и развязка. Зажигание. Зажигать будут костер. Да? Так что ждем. Погода меняется. Погода... Вон какая темная погода, не было. Обещали вечером дождь. Ветер. Так что вот такая вот подборка у нас. Да, наверное, сегодня ливанет. Уже капает. Уже капает. Ветер поднимается, что-то ливанет. Сейчас ахнет. Сейчас ахнет. Да. О, уже начинается. Ну что, Лена Степановна? Ой, погодка такая. Вот. Все фотографируются. Все чего-то ждут. Все ждут развязки. Когда же все это наступит? Когда наступит? В одеждах все нарядных. Белых, ну цветастую народную одежду, да? Билы звучат, билы. Пошли, пошли.
другой ощутите. Ощутите необычность момента. Смотрите, вот эта сторона получается левая, это правая, да? Поэтому давайте сначала пробую. Правая сторона сейчас буквально один шаг. Один шаг назад. Раз, попробовали. Левая сторона. Берите малых. Отсюда, особенно спереди. Лучше сзади может встать. Маленькие, если что, сзади могут встать. Сзади, сзади могут встать, а то это. Thank you.
Такая радуга. Прикольные, да. Слушай, она долго держится. Прям широкая. В прошлый раз уже была двойная. Вот, здесь видно? Ну. А там вон синего какая. О. Чего? Тоже снимает. Еще раз ее так сними. Исчезает уже вон там. А там яд снимает. Ну да. Исчезает и становится ярче. Вот так у нас на улице оживленно. Ну, сколько машин всяких разных.